Я создала бренд в 2013 году. Я родом из Узбекистана, но по национальности я кореянка, поэтому в бренде совмещены узбекская и корейские культуры. Сейчас мы базируемся здесь, а также у нас мультибрендовые магазины, которые нас представляют. В бренде мне очень важно транслировать мое происхождение и рассказывать про Корёсарам. У меня всегда была мечта о J. Kim House. Это такое пространство, где были бы резиденции для художников, которые могли бы приезжать со всего мира и коллаборировать с ремесленниками. Вот у нас будет мастерская, в которую можно будет прийти. Это будет работать еще как формате шоурума. Но здесь скоро открывается мультибрендовый магазин, в котором будут представлены наши вещи. J. Kim. Я познакомилась, к удивлению, в Грузии. Я зашла в магазин местных брендов и увидела J. Kim, и мне показалось, что я где-то слышала и сказала, а чей это бренд? Мне сказали, что это российский бренд, и я расстроилась, подумала, как, по-моему, она родом из Узбекистана. И после я начала очень много слышать, J. Kim — это что-то новое, это вдохновение для уже успешных дизайнеров. Я знаю большую историю о том, что как она подходит к созданию своих брендов, я знаю, что она очень глубоко погружается в историю, и из очень простого может создать очень красивое. Ну, во-первых, нетворкинг. Всегда интересно посмотреть людей, которые приходят на такие мероприятия, потому что собираются в основном очень интересные люди, которые понимают моду, которые в творчестве. Ну и, конечно, сам бренд очень интересный. И мероприятие, соответственно, такое модное, творческое. Очень приятно, что Женя, мы познакомились с Женей раньше у Максима Варданяна, художника знаменитого, в гостях. Вот. И я уже слышал о Жене. И очень приятно, что Женя, которая сделала себе имя за рубежом, продолжает свое дело на своей родине, то есть в Узбекистане. Это очень важно и для нас, и, я думаю, для нее. Здорово, что открылось ателье в Узбекистане, потому что это для нее очень важно. Для нее всегда была важна этника и ее корни. Она всегда обращалась или к Корее, или к Узбекистану, и это, в этом ее сила. Мне очень нравится, как она трансформирует и транслирует как бы национальный костюм исторический в современность. Мы очень ждали долго это мероприятие, где можно было бы собрать друзей, новых людей и в целом создать такое масштабное событие для Ташкента и Узбекистана. И в целом это пространство будет позиционироваться для разных мероприятий, как шоурум функционировать. Вот. И мы надеемся на какие-то эксперименты и на новые влияния для Ташкента и Узбекистана в целом. Всегда она была неугодна никому, ни в детском саду, ни в школе, ни в колледже, ни в институте, потому что у нее было всегда свое мнение, и это мнение отличалось от учителей. Потому что она с самого детства точно знала, чего она хочет. Я всегда говорила, что Женя далеко пойдет, это было видно. Я думаю, что все у нее получится. Мы все очень сильно ее поддерживаем. Мне нравится, что, конечно, место очень душевные, и мне нравятся гости, которые сегодня пришли. И сама атмосфера, она очень душевная, располагает к себе. Я думаю и надеюсь, что все это тоже почувствуют.